Внимание! Красная сторона может прогружаться на фристайл. Повторяю, красная сторона, прогружайтесь. Тебя не слышно, если что. Эй. Вот теперь слышно. Посмотри, у тебя гилик, одень его, я гляну, как на тебе смотрится он. Вместо каски он у тебя должен быть. Стоит, не стоит его одевать? По-моему, просто белый. А, это просто верх. Бляха, ну хз, все. Отойди в кустики туда, он на юг. Фиг его знает, но так-то сливается. А как вот вдалеке он будет, хрен его знает. Да подальше отойду. Кустов тут нет, блин. Видишь меня еще раз? Угу. Не, белым светится. Снимай нахер, да. Вон я кинул на землю, можешь посмотреть, если тебе видно оттуда. Проверка. Так-то... Колени убийцы. Но он вроде интерактивно так-то будет. Ну, типа там будет отображаться вроде. А, ну это да. Потыкать ничего не надо. Даггер вон еще. А что у тебя там? Где? 110? Да-да. А там просто обычные? АПшки? 62. Ну, 72, да. А, просто что-то у меня ничего нет. Что, я все с тебя взял? Тебе найти, типа. Носить. Я все с тебя взял. Ага. Сколько у тебя веса сейчас? 36, 37. Ну, у меня тоже 41. Бля, если прям супер херово, ну, блять, а чё? Чё, прям трястись мне, блядь. Да. Я потаскаю. Нет, пройдем какой разницы. Ну на, закинь. Тебя ниже 30 ты не сделай. Что у тебя там лежит тогда? 6 магазинов я скинул тебе.
Они сказали, на горе кого-то видно уже. На замке. Не, они могут сказать, что они там по-любому идти. Может, типа на замке? На замке. Даже на замке было пехи. Были пехи, видишь, говорят. Нет. В замке метка стоит, но я что-то смотрю по окнам, никто не пикает оттуда. Ну и в тепла, говорит, не видит. Но он там закрытую, вероятно, сидит. Ладно, пойдем. А что если мы до ВП-1 на хамвике спустимся? Это палево будет или похер? Да нет, не похер же, пофиг, они нас знают. Ты че, тебе кто нас слыхает? Нет, сейчас. Мешай, там не далеко еще. Сейчас подъедем.
еще домами. Даю. А, по мне сдалека уже стреляет. На следующей горины по нему. Да, да, можешь пострелять по нему, он по мне ебашит. Ой, ладно. Ну, парни, ну постреляйте. Ну, спугнул, спугнул. СДВшка отступает, да. Шиль живой? Да. Я в Руссо спустился. Дымы вражеские, да? Южные дымы. Вижу там пехотинца. Какой этим от нас? 260. Меня оглушило, не слышу ничего пока. Нет. А откуда она стреляла? Короче, спустись с этой горы к нам, типа, начну по основанию.
Ты вот сейчас под стеной, они в двухэтажке перед тобой, да? Угу, вижу тебя. Бля, через дорогу далеко. Давай, давай, Аршиган, там, на втором. Зайди, чтобы не туда. Убил. Вот так сидел где-то, да? В камышах. Да не моё. Кажется, меня кто-нибудь тут убил. Да, Софи в доме. Надо делать следующее. Слышали, да? Следующее КВ. Двухэтажка рядом с сараем. Блять. Это по нашей, да? Яр, у тебя грена есть осколочная? Да. Закидаешь поди того типа? А я не уверен, далеко мрак. Что он живой, нет? В нем, он спрыгнул с окна. Дай слева от дома в сарай, в стену. Убил, живой? Да, пока что. Это тот же, которого завели? Нет. Тот у тебя во дворике. Скорее всего, 300. Убил, Ярч? Да, сейчас добьем. Белый халат, да? Тут синий халат. В доме он сидит, по-моему, стрелял. Пытаюсь вычислить. Скорее всего, двое. Я тут в дом попробую залезть, где вышка стоит, антенна. Что-то пикаю, не ходит. Походу,
Да. Не, в трубку кто-нибудь видишь, скажи. По кому? Давайте трубку. Не знаю. ГПшит противник, что ли? Ярче, ты подо мной? Не-не-не. Посмотрим, буду мои метки, я сейчас не знаю где. Пиздец, блядь. Сури. Подстрелил его. Надо добить. Где? Как мы заходили по этой дороге. Вдоль казарм. Да, он не свернул никуда? Но он за угол упал, в 300, возможно. Во дворик, Ярч. Подвал, это низинка. Он в низину, короче, пошел. Так, дайте мне его. Это мой, я его нашел. Ну, контроль, смотрите, что он там не зашел. Я пытаюсь. Короче, подъем такой, я вот этот подъем смотрю. Но он же вон там, на дорогу не вышел. Он может на дорогу, кстати, выбежать. Я как на дорогу выбежать, я тебя скрыть. Вижу. Ой. Тыл. В домике? У нас есть тут на двухэтажной хуйне этой? Все, там ты? Убил тыл. Нет, я на крыше. Нет, убил в тылу, через те же ворота заходил. Кто в тылу? Противник? Убил шайтан. Ну, к нам, да, на базу заходил сейчас противник. Да, труба откатывается. Да, да, да. Ярче, ты можешь скинуть мне магазины, остатки на крыше и тоже идти в триггер. А, все, все, я тебе все отдал. А, понял. Тебе не хватает? Я тут снайпера где-то видел, могу поискать. Не-не, нормально пока. Убил еще двоих. Трупы лежат. Какой-то проход. Да. А, там где вертолет, видишь, разбитый между двумя этими? Зеленый. Вижу. Вот в одном, которая дыра в потолке, вот там лежит чел. Встал. Левее, левее, это вертолет.
На нашего сильно похож какой-то Дельта Форс или типа того. Он слишком хорошо одет для бомжа. Не, ну мы просто одинаковые. Так, это ярче забегает. Он закрыт под мою сторону, там мешки выше. У них М2 в триггере в казарме стоит, я его ранил. Ты его убил, слышишь? Нет, вроде. Да ёб твою мать, ну что за анимации падения моментальные? Что-то в мою сторону летит. Ярче, не видишь откуда? Бля, нас ярче убили, походу. Да, вижу. Он с северной стороны был. Что, блядь, такое? Стиваешься? Одного там убил, но это другой вроде.
Вдоль ангара сейчас бежал один в белых штанах, убил его. В смысле, я тебе попал в голову АПшкой, и все нормально? Скорее всего, ты просто прошил сквозь вот эту... просто рикошет потом. Не-не-не. Нет, там не прошил. Железка была, я за нее прятался. Ты же на этих был, да? Многоэтажка же? Нет. Я был на юге. Короче, у тебя в соседнем доме сидел тоже какой-то чел на маленькой крыше. Типа отель там или как это здание. Я сначала дал тычку тебе, ты упал в 300. И дал тычку ему, он тоже походу упал в 300. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.